По Карлосу Кастанеде шаман должен вызов сделать, чтобы быть сильным. Без детей жить. Чтобы земля бы ничего не... На землю его не притягивала. Земля – это и есть ад, страдания, чтобы шаман не перерождался. Вот такая идея у шамана. Страшное дело, ответственность перед детьми, которые рождаются от людей, чтобы они не испытывали столько боли, люди, эти новые порчи, сколько делают, например, мне. Поганые завистники, сколько мне порчи делают. Мне дети не надо, чтобы меня кляли дети потом. Чтобы они тоже эту порчу испытали. Нет, не надо. Дети не нужны. Чтобы не кляли потом, не притягивали к земле.